которые вы сегодня здесь смотрели, они будут установлены на высоте 27 метров в верхнем колокольне, которая будет располагаться в верхней зоне храма. И, собственно говоря, весь этот колокольный звон будет звучать по всей, я думаю, Балашихе. Сказать, престольный праздник именно севастийских мучеников. И как раз к этому дню мы хотим приурочить освящение колоколов, которые вы видели сейчас уже готовы. Я думаю, что эти колокола будут достойны украшения как раз главного храма Росгвардии. Колокольный звон, благовес этого колокольного звона и святая благодать, они будут изливаться на всю округу нашего микрорайона, на весь город, и будут освещать всех военнослужащих и жителей микрорайона.